С наступлением весны оттаяли спортсмены в СМПО. В рамках спартакиады трудящихся корпораций на стадионе «Старт» проходит очередной весенний кросс. Для удобства участников забеги разделили на два этапа – в 11 и 17 часов. Соскучившиеся по профессиональным дорожкам легкоатлеты тщательно разминали мышцы перед предстоящей дистанцией, тренируясь на футбольном поле. Ветреная погода только добавляла азарта. На перегонки с ветром и друг с другом женщинам нужно было пробежать 200 метров, мужчинам целый круг стадиона – 400 метров. После финиша атлеты не торопились уходить со стадиона, а с интересом заглядывали в протокол судьи, сравнивая свои предыдущие результаты. Ведь для многих эти соревнования – преодоление себя и шанс попасть в состав сборной команды на майские эстафеты. А по итогам весеннего кросса абсолютно лучший результат среди мужчин показал Дмитрий Упоров из цеха номер 16. Среди женщин лучшей стала Ксения Калинаичева из цеха номер 21.